Приветствую вас, друзья, на канале Крейсвелбург. И сегодня мы поговорим о категории 15.36 от компании Joy. Что она предлагает, в принципе, за каждую из своей цены, и чем они отличаются, и какое у них преимущество друг перед другом. Начнем мы, наверное, с базовой версии и закончим начальной премиальной линейкой. Базируется категория 15.36 у компании Joy от модельки Trilla. Trilla категория 15.36, то есть от 100 см до 145 см. Достаточно бюджетное автокресло считается у них. У нас это считается хорошим выбором, в принципе. Комплектуется с двумя подстаканниками. Система крепления Isofix с функцией latch. То есть это облегченная версия на карабинах, то есть и на ремешках. В принципе, достаточно простая установка, зацепили, затянули. Очень удобно, если, допустим, будете устанавливать один раз и не хотите больше его трогать. Потому что если его демонтировать, будет немножко неудобно. Вот. Подголовник растет до 145 см, 7 положений. То есть любое можете отстроить и, соответственно, ребенок будет чувствовать себя комфортно. Хорошая глубокая боковая защита. В принципе, достаточно глубокий и широкий бустер для наших условий даже погодных. Вот. Если хочется что-то поинтереснее, буквально там на 1000 дороже есть моделька Trilla LX. Категория тоже 15.36. Что здесь изменили? Комплектуется также двумя подстаканниками. Система крепления Isofix точно такая же на ремешках Latch. Но здесь пенная вставка во всем бустере. То есть там ход пальца 2 сантиметра. То есть не продавить даже корпус. Если открыть полностью обивку, то есть мы можем увидеть, вон она, пенная прослойка. То есть она принимает именно форму тела и обратно возвращается в исходное состояние. Здесь также вентиляция, то есть достаточно хорошо продувается корпус. Затем у этой модели, начиная с этой модели, у кресел, в отличие от Trilla обычной версии, увеличили высоту боковой защиты на 20%. То есть оно полностью теперь, даже когда поднимаете подголовник, полностью закрывает ребенка со всех боков, то есть с любой боковой стороны. Добавили дополнительную боковую защиту Guard Surround Safety, называется она. Гасит примерно 35% бокового удара, то есть ребенка меньше сотрясет в автомобиле. Материал здесь уже поинтереснее идет, что-то похожее под деним и перфорация в зоне посадочного места, чтобы оно дышало. Вот. Подголовник помягче сделали. Ну и, в принципе, кресло достаточно удачное. Лучший, наверное, выбор до 10 тысяч, если ищете безопасное кресло. Также данное кресло проходило независимые краш-тесты ADAC и получило высокую оценку по безопасности. То есть за такую цену вы получаете еще и краш-тестирование независимое. Это очень большой плюс. Затем, после этой модели пойдет уже моделька с новым стандартом безопасности ISIZE. Хотя, наверное, давайте сначала пройдемся по старым стандартам, потом по новым. Дальше пойдет моделька Trevor, Joy Trevor. В принципе, что здесь изменили? То есть боковая защита такая же абсолютно. Единственное, сделали кресло чуток пошире, то есть пошире его сделали. Боковая защита по высоте такая же, как и у Trilla LX. Здесь регулировку бустера добавили. То есть он регулируется примерно на 3 сантиметра. На самом деле 3 сантиметра кажется нам немного, но когда ребенок сидит, это очень важно. То есть ребенок ощущает себя более-менее, скажем так, ножки когда удлиняются, то есть у него меньше они затекать начинают. Вот. 3 сантиметра это очень глобально. Также здесь небольшая пенная вставочка. То есть вот она, прям в самой обивке. То есть он, в принципе, комфортный. А вот сам механизм. То есть буквально 3-5 сантиметров ходу. Вот. Затем можно эту часть, кстати, снимать, она на клепках, ее легко можно постирать, то есть, так как это самое грязное место. То есть это очень классная вещь, то, что они придумали. Более мягкий подголовник сделали, тоже с эффектом памяти. И, что самое немаловажное, в этом кресле уже присутствует система Isofix с функцией по вылету и регулировки наклона. То есть полноценный штатный базовый Isofix. То есть, если рассматриваете такой вариант, очень классный. То есть, нам нужно сопоставить их и задвинуть вот таким вот образом. Все, кресло установлено. На самом деле, если где-то встали в пробке, либо на стоянке стоите, если ребенок уснул, можно удлинить Isofix и сделать небольшой наклон, если у вас основная спинка не регулируется.
как правило, просто мало у кого она регулируется. Вот. Но где-то в режиме пути, в поездке, это запрещено делать, потому что это функция амортизации за фикс. Вот. Оно всегда должно быть вот в таком положении. И регулироваться наклон должен только по спинке сидения, не больше. Вот. А дальше пойдет моделька с новым стандартом безопасности. Называться она будет Joy i3 Lail X. А, вот такая вот моделька. Что здесь поменяли? На самом деле сделали пошире, чем 3 Lail X, процентов на 10. Вот. А, также оставили боковую защиту дополнителю, поменяли полностью функцию подголовника, вообще полностью макет поменяли его, сделали пенную вставку с эффектом памяти, то есть более жесткая фиксация головы, более правильный V-образный подголовник. Материал в посадочном месте похожий на материал такой вот, ну, тканевый прям, ну, приятный достаточно, вот. Ребенок будет меньше потеть. Также, если мы посмотрим на каркас, его тоже видоизменили. Здесь сделали такой небольшой горб, скажем так. То есть, для чего это сделано? Когда ребенок присаживается, он немножко углубляется туда. Вот. И в экстренном случае, как и любой другой человек, он поддается вперед. Это вот как раз-таки вот этот горб, он не дает ребенку сползти с этого кресла. То есть повышается риск, повышается уровень безопасности и меньше риск для того, чтобы ребенок скатился в экстренном случае. А, кресло получило новый стандарт безопасности iSize R129. А почему лучше выбирать современные кресла? Потому что в них уже при сертификации, проходят именно сертификацию, как они, там используются манекены 30-точные вместо 10-точных, как вот, допустим, у предыдущих поколений. То есть там 10-точные датчики стояли. Здесь при сертификации уже 30-точный датчик. То есть более детально просматривается, какое давление на какой участок тела происходит во время экстренного случая. Также при сертификации оно обязательно проходит краш-тест на боковой удар. То есть обязательно. То есть если, допустим, в Треворе и в Трилла это только АДАК проверяет, то есть независимое краш-тестирование, то тут именно на стадии сертификации это происходит. Вот. А, соответственно, также помимо всего этого безопасности, также еще и проверяется все это дело на экологически чистые материалы, легкую установку и снятие, там, легкое снятие обивки для стирки, то есть и чистки. То есть все эти критерии, если он хоть какой-то критерий не проходит, вообще от слов совсем, тогда он не получает новый стандарт безопасности. И тут принято уже выбирать кресло не по весовой категории, а именно по росту. То есть от 100 до 150 сантиметров роста. Вот, пожалуйста. В принципе, достаточно высокое, комфортное, широкое автокресло. Система крепления Isofix, как и у Trilla и Trilla LX, то есть, в принципе, на карабине Isofit Latch. Но на самом деле, я вам скажу так, то есть, если он прошел независимое краш-тестирование ADAC, к тому же, и еще и новый стандарт безопасности, ну, значит, что оно, в принципе-то, достаточно эффективная система. Поэтому, если вы один раз собираетесь поставить и не трогать больше его туда-сюда, в принципе, достаточно адекватный вариант. И последняя модель, топ, наверное, по продажам, да и в принципе топ кресла, это Joy iTrevor. То есть Trevor мы уже посмотрели, то есть можете на него визуально еще раз посмотреть. И посмотреть теперь на это кресло. Они достаточно визуально похожи. Вот, но тут совершенно другой материал, тканевый полностью. И он очень приятно именно в летний период. То есть он, в нем меньше всего ребенок потеет. Плюс к тому же меньшее раздражение используется. Более удобный доступ к кнопке регулировки. То есть там только нужно двумя либо тремя пальцами максимум отверстия можно просунуть. Здесь полностью руку. Раз, раз он регулируется. Посадка увеличена. То есть по ширине она вот здесь увеличена. Более плавный скат сделан. То есть чтобы у ребенка еще меньше ножки затекали. Также переработали подголовник, как и у iTrilla. Также с эффектом памяти вставку сделали, то есть прям чуть ли не пенопулюретан на самом деле прощупывается. То есть более жесткая фиксация головы. Оно процентов на 5 еще шире, чем Joy iTrilla. То есть оно, в принципе, широкое. Расчет до 150 сантиметров роста. И, что немаловажно, опять же, это система Isofix с функцией по вылету. Вот. И стоит отметить, это уже с экспертной точки зрения, смотрите, мы вот заметили, если сравнивать вот Trevor и iTrevor,
у iTravel весь функционал работает более плавно. То есть, ну, чувствуется вот премиальный уровень. То есть, если здесь что-то может подзаесть, вот так вот, то есть, ну, при стадии разработки, да, то здесь все это делается абсолютно вот так плавненько. То есть, ничего сделать там лишних жестких движений не нужно. То есть, все это аккуратно делается. Вот. Ну и, соответственно, с функцией EasyFix, в принципе, вы уже ознакомились с моделькой Trevor. Вот. Кстати, Trevor и iTravel, в принципе, по системе безопасности ADAC, они проходят один из самых высоких коэффициентов. Если я не ошибаюсь, это 1.9. Вот, это достаточно высокий порог, и, соответственно, оно подтверждает, что оно достаточно безопасное автокресло. Вполне за разумные средства. Вот. Поэтому, если у вас были какие-то вопросы по поводу Joy, надеюсь, мы вам помогли, и в данном видеоролике вы нашли для себя ответ. А с вами был канал Креселбург, у нас работает бесплатная доставка и самый большой выбор автокресел, в принципе, в городе Красноярск. В любой город по России транспортной компании доставляем, а по городу Красноярск у нас будет бесплатная доставка. Также скоро открытие магазина в городе Абакан. Ждите за открытие магазина, в общем-то. Следите за обновлениями в Инстаграме. Всем пока!